Друзья, всем привет! Павел Игнатенко, Эко-колесо. Представляю вам новинку. Электрическое колесо для прицепа, для трейлера, для автодома, возможно. Значит, в чем его преимущество? Питается от аккумулятора 12 вольт. Скорость около 5-6 метров в минуту. Да, не быстрая, но зато оно очень маневренное. Подключаете его, соответственно, к прицепу на место установки колеса. Вот таким образом, да? И управляете. То есть положение езда вперед, назад, то есть вы можете маневрировать очень удобно. В комплекте идет крепление, также провод для подключения к аккумулятору. Аккумулятор, соответственно, вы можете поставить, допустим, вот на это место, да, подключиться к нему и таким образом маневрировать во дворе дома, либо где-то еще. Грузоподъемность 2 тонны 300 кг. Значит, мотор 350 ватт. Очень надежный, тяговитый и, в общем-то, легко перемещает вот такие тяжелые грузы. Больше не нужно надрываться, пытаться тащить в одиночку, либо там с кем-то вдвоем тяжелые катера, лодки и прочее. Сейчас вы спокойненько можете пользоваться вот таким устройством. То есть будет полезно для тех, кто перевозит на прицепах, помимо лодок, может быть, квадроциклы, снегоходы и прочую технику, мотоциклы. Вот. Я думаю, что эта версия колеса вам понравится. Скоро мы сделаем дополнительные тесты. Сейчас эти лодки, к сожалению, скажем так, мы не получили еще пока разрешения, чтобы подключить и показать, как это происходит, но мы это обязательно сделаем, потому что сегодня суббота, мы получили только наши колеса, и вот хотели сразу поделиться с вами такой положительной новостью. В ближайшее время мы договоримся о том, чтобы можно было показать, как это в действии происходит. Подключим колесо к прицепу и покатаем лодку, посмотрим, как это все происходит. Друзья, я не удержался и подключил все-таки мотор-колесо к автомобилю, к системе питания автомобиля 12-вольтовой. Аккумулятор снимать не стал, поскольку у меня большой гелевый аккумулятор 100-амперный. Очень тяжелый, надо разбирать пол багажника, поэтому подключу вот таким образом, чтобы вам показать уже прямо сейчас, как работает колесо. Значит, смотрите, я нажимаю кнопку, и колесо поехало вперед. Нажимаю кнопку назад, колесо едет назад. При этом я могу управлять, как вы видите, вот таким образом, в любую сторону, что, собственно, очень удобно для маневрирования дома. Напомню, вес, который может вести данное колесо, 2 тонны 300 кг, наверняка даже больше, но это мы проверим, протестируем, и в других роликах я вам расскажу. Поэтому, друзья, колесо уже в России, приехала партия, ограниченное количество, успевайте забронировать. Все, кто оставлял предзаказ, с вами свяжемся в ближайшее время и отправим в ваш регион. Спасибо.